зеленые рукава. Дело в том, что в средневековье одежда была довольно-таки дорогой, и люди шили себе основное платье, и потом рукава просто меняли, потому что они очень быстро изнашивались. И те, кто думает, что средневековье это было скучающее, серое, скучное, просто представьте себе людей в разноцветных рукавах. Я думаю, очень интересное зрелище. Пишите в комментариях, сколько песен вы угадали, ну или сколько вы песен знали. Мне будет очень любопытно посмотреть на ваши ответы. Ну, а мы встречаемся с вами в следующих видео. До встречи!